Всем привет! С вами Good Time Channel. И сейчас мы вам расскажем, что происходит вообще с каналом нашим. Итак, первое, что происходит, это нас долго не было из-за того, что мы ленились. Сейчас мы вернулись. Да, мы вернулись, сейчас вообще будет много видео, потому что мы возвратились на полосу нашей деятельности. Сейчас мы будем как можно больше снимать. Будем стараться для вас разные шоу. А, у нас еще будет, короче, мини-сериал такой, типа, для прикола. И еще мы уже сколько недель? Недели две. И снимаем этот «Правда или действие». Да, скоро видео выйдет. Сейчас мы пойдем туда, доснимем вторую часть видео. Как бы там первая часть у нас в квартире, а вторая часть на улице. Ну, это прикол такой там. Знаете, вот все снимают просто какие-то действия, скучно, все такое там. Когда говорят правду, просто отвечают, а у нас все наоборот, потому что это же обычный как бы тег. Прикол от ГТЧ. Это обычный чаннел, да, это прикол от ГТЧ. И поэтому, знаете, мы пытаемся сделать как более, чтобы смешным было и необычным. И поэтому мы, допустим, когда... Мы позитивные и креативные. Да. Поэтому мы так делаем. Когда, допустим, Макс меня спрашивает правду, я когда рассказываю правду, знаешь, я не просто говорю... Знаешь. Знаете, я не просто говорю правду, я еще и... Ну, у нас такая сценка будет, ну, из жизни события. Да, да. Чтобы, ну, интереснее было. Также у нас действие намного смешнее. Поэтому через дня три, вот после вот сейчас это видео вы смотрите, и где-то через дня три уже выйдет «Правда или действие». И затем у нас, ну, большая программа для вас сделана до Нового года. Много интересных видео, поэтому вам это все понравится. Мы стараемся делать не на количество, а на качество. Да, и знаете, вот смотрите, многие блогеры, они снимают всякие эти ченнелы, чтобы, блин, просто денег получить. А нам вообще эти деньги не нужны, потому что мы в другом ресурсе зарабатываем. Вот, и что мы не пытаемся денег заработать, мы просто для вас делаем, чтобы вам было интересно. Нам просто это нравится. Сам процесс съемки, сам монтаж, нам все это, как бы, нравится это именно. Потому что мы режиссеры. Да, и поэтому не забывайте подписаться на наш канал, всегда подписывайтесь. Максим режиссер снял фильм, а Данила режиссер ему помогал. Да, и Данила, между Данилой и режиссер тире остается дефис. Между Максимом или же сегодня не остается. Да, вот для вас поучительный урок. Уроках фотографии. Да. Также, ну вот, что про нашу жизнь. Мы вот сейчас готовимся к экзаменам, к ЕГЭ. У нас будет литература и русский, да. Нам надо... Математику нам сдавать не обязательно. Да, мы базовый рыбу. Знаете, у нас весь класс сдает профильный, да, а мы будем базовый сдавать. Потому что нам не надо. И будем... И мы вот приезжаем летом в Питер, и там уже будем... Будут еще такие офигенные видео. И про местность, и вообще про все. Знаете, про жизнь как бы нашу. Это же интересно будет просидеть, как мы переедем, будем там жить. На самом деле у нас очень интересная жизнь, но я не снимаю. Да, даже в Инстаграм не снимаем жизнь. Да. Потому что не хотим хвастаться. Да, вот. Также, как вы заметили, мы это в одинаковой одежде почти. Это как бы форма ГТЧ. Вот, все в описании, все наши контакты, и Твиттер, и Инстаграм, и Контакт. Все в описании, везде можно нас найти. Мы везде сидим для вас, для большего максимального общения. Добавляйте, общайтесь, пишите. Ну все, с вами были Good Time Channel, Даня Кианов и Максим Ахатов. Давайте, до скорого, ждите новых видео, обалденных и супер увлекательных. И взрыв.